Так, мы уже вернулись в гостиницу. Я вам в следующих видео покажу наш номер, потому что сейчас просто нету на это уже сил. Но сегодня вечером я хочу поговорить про небольшие покупки, которые мы сделали для того, чтобы, ну, была еда в свободном доступе в любое время суток. Итак, вначале, значит, хлеб. Вот этот хлеб мы заплатили 44,90 чешских крон. Официальный курс на сайте. Значит, 1 крона можно купить, заплатив 1 гривну 22 копейки. Вот по этим примерно ценам и ориентируйтесь. Значит, хлебушек 44,90. Вот такой вот сок купили за 60 чешских крон. Вот такую нарезку ветчины мы купили за 40 чешских крон. Не знаю, никогда не пробовала ничего этой торговой марки. Думаю, это чешское производство. Лимонный чай Пиквик стоит 35 чешских крон. Я никогда не пробовала этот чай, но почему мы купили? Мне он чем-то напоминает лимонный Липтон, именно своим дизайном, а к Липтону я достаточно хорошо отношусь. Вот буду пробовать еще этот Пиквик. Перед тем, как поехать в Чехию, у меня была возможность прочитать некоторые туристические форумы, что я сделала. И одним из таких must-have, которые вы должны попробовать в поездке в Чехию, в Прагу, это шоколад студенческий. Вначале я не увидела его в супермаркете, потом нашла. В общем, эта шоколадка стоит 70 чешских крон. Есть очень много разных видов этого шоколада. Мне понравился вот этот. Как бы буду его пробовать. Потом думаю, что в своих отзывах уже вам напишу, расскажу, либо в комментариях, понравилась нам эта шоколадка или нет. Но отзывы про нее были действительно очень хорошие. А вот эта шоколадочка Риттер Спорт стоит 45 чешских крон, она небольшая. Я никогда их не пробовала, знаю, что они продаются не только в Чехии, но то ли у нас в магазинах я их не видела, то ли просто я не так часто ем шоколад. В общем, тоже буду пробовать его впервые. Купили мы также выпечку. В магазине было много разных вариантов, но только вот эти вот оказались свежими. Каждый стоит 15 чешских крон, итого 30 чешских крон. И две такие 1,5-литровые бонаквы, каждая стоит 20 чешских крон. А за все эти покупки было заплачено 364,90 чешских крон. А сейчас буду уже говорить вам пока-пока и можете пожелать нам приятного аппетита, потому что мы очень уставшие, голодные, очень много сегодня погуляли по Праге и завтра будем продолжать наше исследование. Возможно, не только этого города, но и другого. Следите за новыми видео. Всем пока!